вечер, дамы и господа. После прошлого успеха, спасибо, друзья, теперь наше шоу должно стать элитным. А что такое элитное шоу? Да. В первую очередь это свет. Яркий, выделяющий актера на сцене, повторяющий каждое его движение в точность. Повторяющий каждое его движение в точности. И, конечно же, в элитном шоу должна быть живая музыка. Обязательно в элитном шоу должно быть что-то иностранное. Ну, хотя бы белорусское. Кстати, Евгений, у нас в зале тоже сидит элита, поэтому не могли бы вы что-то сыграть для украинской элиты? Ну, конечно. Элита в нашей стране уже давно поменялась. Мы скорее ближе к Европе. Ой, простите, простите. А что вы хихи? А что вы хихи? Правильно. Элтон Джон — это в первую очередь европейская элита. А уже потом хихи. Евгений, а сыграйте, пожалуйста, что-то такое, объединяющее украинскую, белорусскую и европейские элиты. А, ну конечно. Элитное шоу, скорее я бы сравнил с бокалом хорошего вина. Может быть, коньяку? Кстати, Александр, в нашем элитном шоу говорят только те люди, над которыми горит свет. Продолжим. Итак. Так, может, все-таки коньяку? Вино. Только вино. Так вот. Егор, скажи, а элитное шоу должно вызывать ностальгию? А это можно. Тогда нам нужно поменять декорации. Да. Я помню это время. Практически каждый второй тогда чувствовал себя элитой. Но вернемся в наше. Спасибо, Евгений. В элитном шоу должны быть... Егор! Егор! А скажи, в элитном шоу можно материться? Александр, элита на то и элита, что всегда подбирает выражения. Там просто твое BMW поцарапали. Благодарю за информацию. Егор, а в элитном шоу нужны красивые и сексуальные девушки? Да, Виктория, вы абсолютно правы. Но талантливые тоже нужны. Ура! Если нужны красивые и сексуальные, я готова. Ну что, вы готовы к элитному шоу? Яна! Для элитного шоу стриптиз — это слишком банально. Если здесь будет танец, то это будет современная актуальная постановка от профессионалов. Эта актуальная постановка называется «Зимой будем греться кто как может». В этом шоу должно быть что-то новое, трендовое, абсолютно свежее, понимаете? Добрый вечер. Новая полиция — это то, что нужно.
Дорогие друзья, за время моего ночного рейда по городу Киеву мною арестовано 3 преступников, 2 обезоружено, 1 при попытке к бегству обесчещено. Господа, мне кажется, для нашего элитного шоу нужны элитные девушки. Олег, может, ты их представишь? Да, мы просили их на публику не представлять. Я могу. Скажем так, петиция об их легализации собрала 3000 подписей. Нам нужны такие девушки, доступны лишь избранным. Как стюардессы бизнес-класса? Да! А я как раз тут, мальчики. Я готова. Виктория, только вы, пожалуйста, не путайте бизнес-класс и эконом. Егор, все знают, что мужчины мечтают о стюардессах. Ну что, мальчики, любые ваши желания, чего хотите? Я рыбу буду. Я курицу. Я бы пивка. Дрочки! Ну и конечно же, элитное шоу должно быть ультрасовременным. Ну, если так, я предлагаю сделать селфи на мой элитный телефон. В элитном шоу селфи-палка должна быть тоже мега-элитная. Евгений! Качал! Ну и, конечно же, какое элитное шоу без политики? Только наше! Дизель-шоу! 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 Мы здесь веселимся и всех веселим! Дизель-шоу! Заправим, настроим, зальем, зарядим! Дизель-шоу. Садитесь удобнее перед экраном. Дизель-шоу. Со всей семьей на любимом диване. Нас женщины любят, мужчины и дети. Мы самое доброе шоу на свете. Дизель-шоу. Дизель-шоу.